Прямо сейчас за моей спиной на стадии реставрации находится молодежный центр «Вертолет». Что же там происходит? Давайте узнаем. В Кировском районе активно идет процесс реставрации молодежного центра «Вертолет». Благодаря усилиям местных властей и поддержке государства здание переживает свое второе рождение. Его возвели в 1948 году, и до 2019 года оно представляло собой дом культуры машиностроителей. Весной 2019 здесь начал свою работу нынешний молодежный центр «Вертолет», который стал местом объединения творческих людей всего города. Само здание, оно было построено в советский период в стиле такого неоклассицизма советского, да, и то есть у нас по зданию везде присутствуют некие реплики этого периода, и здесь вот такая современная реплика, да, это колонна с каннелюрами, но она уже выполнена в таком современном прочтении. И здесь расположен арт-спорт-холл, здесь еще будут такие шкафы с арками, где будут, собственно, различные награды, дипломы, кубки, молодежи со всей Казани здесь планируется расположить. Проект реновации стартовал в октябре 2021 года. В рамках архитектурно-строительного форума «Казаныш» авторский коллектив Института дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета занял первое место в номинации «Лучший объект реновации». Автором проекта тогда стал Степан Новиков, доцент кафедры конструктивно-дизайнерского проектирования. Идея центра представляет собой пространство, где молодежное сообщество города сможет стать участником социальных перемен, а не только заниматься своим индивидуальным продвижением и развитием. Концепция дизайн-проекта молодежного центра «Вертолет» заключается в сохранении и подчеркивании исторических особенностей и элементов здания, насыщении его современными технологическими элементами. Здание построено в послевоенный период и имеет сложную историю и структуру, которую необходимо обозначить как в экстерьерах объекта, так и в интерьерах. Здесь множество различных технологий применено, да, то есть таких интересных. То есть любое панно сейчас можно сделать на компьютере и распечатать на обоях. Любой рисунок, в нескольких помещениях мы это использовали, геометрические рисунки, более-менее такие реалистичные абстрактные рисунки. Цвета здесь подобраны именно советского периода. И очень просто, деликатно, да, то есть здесь еще появится навигация возле каждой двери. И, собственно, вот лаконично, на мой взгляд, современно получилось. И молодежно. Историческая лестница, исторические ступени, кстати, здесь тоже, да, мы полностью лестницу отреставрировали. И вот здесь вот такие как бы колоночки, да, с арками и с такими кругляшами, вот. И, в принципе, вот этот элемент, да, он стиля арт-деко, то есть вот в это время уже так или иначе прослеживался стиль арт-деко, и он, как правило, прослеживался именно в интерьерах. Работы практически общестроительные все завершены, да, то есть остается небольшая часть отделочных работ, то есть полностью был выполнен ремонт внутренних пространств, полностью были сделаны, отремонтированы фасады здания, проведена электрика, все сети необходимые, то есть осталось только завести, по сути, мебель. Долгожданное завершение работ планируется уже к концу весны этого года. Стоит отметить, что студенты КФУ принимали активное участие в создании интерьера и дизайна. Современное и универсальное пространство центра станет точкой притяжения для молодежи всей Казани, ведь там планируется открыть концертно-творческие объединения. Рок-клуб, джаз-клуб, вокальное отделение, танцевальные коллективы, театральную студию, медиа-объединение, киберзону, арт-студию, школу радиовещания, патриотическое объединение. Это будет самый крупный молодежный центр Казани на сегодняшний день. Вот так здорово преобразился молодежный центр. Мы все с нетерпением ждем конца работ. И я уверен, что «Вертолет» станет притяжением для всей молодежи Казани. Тимур Ахметов, Александр Антонов, Резида Каримова, Универ Новости.